Итальянцы, как только еще появились, стали любимыми моими танками. Магазин до заряжания. Просто шикарная вещь. Прям перфекто. Даже после того, как прокачиваемые машины порезали, увеличили им КД, но премиумный-то Проджетто остался таким, какой и был. Ему как бы вшили тот самый досылатель. И у него все осталось вроде бы как и было, но он, по сравнению с остальными танками, он стал гораздо симпатичней. Я почему-то на премиуме с Нового года практически не катал. Как вот получил, несколько боев откатал, а вытащил я его из новогодних коробок, так больше особо и не катал. И вот попадаю на карту Утес. Сначала еду на центр. Замечаю ЕБРа. Хотел сначала по нему стрельнуть. Потом думаю, фиг с ним. Проскочил. Тут почему-то на штанах никого нет. Только ТАП-59 проскочил. Вообще этот бой какой-то очень сумбурный и нерешительный. Хотел сначала по тайпу пострелять, но засветился от КВ-5. Но они на меня тяжи внимания почему-то не обратили сначала. Дали мне убить сначала тайпа, а потом мимо пролетели две болванки. Вот этот, конечно, выстрел от арты не очень был в тему, ну да ладно, сняла немного. Перезарядил я свой барабанчик и пытаюсь тут тяжей подловить. Тяжей нет. Опять я в каких-то сомнениях. Кто-то по мне там из ПТ-шек стреляет с нычки. Пытаюсь ИСа второго, но его не видно. Что делать, не пойму. Думаю, может, тяжи подставились. Есть, Black Prince. Раз выстрел. Два. Третий. Почему не стал стрелять, не пойму. Опять вот что-то засомневался. Вроде на гуслю поставил. Надо было третий снаряд кидать. Выстрелил в КВ-5. Снаряд куда-то улетел. Ладно, думаю, что дальше делать. Собираюсь с мыслями, вот ничего не происходит. Все противники заныкались, наши тоже вроде не атакуют сильно. Смотрю, там Лансен Си, думаю, к нему что ли съездить? Надо попробовать добрать его. Его добрали без меня. Пытаюсь тут через кустик просветить сушку. Но она не светится. Сушка хоть и 7 уровня, но может фугасом ой как больно дать. А у меня танк, считай, картон. Не французский, конечно, а итальянский, но ничуть не лучше. Тигр П в недосягаемости. Тут еще куст мешает. Может быть и просветил бы ПТ-ху, но еще один куст — это слишком. Если сильно вылезать, стопудей кто-нибудь еще там стоит. Или арта пришлет, или я засвечусь. Короче, не знаю, что делать. Весь в сомнениях такой. Думаю, ну нахрен, надо валить отсюда. Разворачиваюсь. Думаю, буду опять стрелять по Black Prince и КВ-5. А тут 112 говорит: айда, брат. Типа протанкую я. Ну ладно, думаю. Приготовился. Жду. 112 стоит. Хотел ему по затылку дать. Думаю, давай, раз сказал, что поедешь. А он и поехал сам. Ладно. Сушка не светится. Думаю, сейчас выстрелит же. Высунет свое жало. Нет, нигде не видно. Вместо этого арту засветил, Крусайдера самого, который по мне тогда шмальнул. У него только кончик пушки светился.
Но этого хватило. Ладно, стою. Крусайдера забрали. Что дальше? Опять непонятная ситуация. Вроде бы ведем. Пытаюсь выехать. Борщ. Я вот знал. Тут меня что-то как-то раскорячило. Ладно, еще сушка не по мне стрельнула. Раз сушку. Забрал ее. Фу. Одним меньше. Так, у нас теперь там стоит тигр П. За кустом прячется борщ. Ну, борщ это больно. Блин, промахнулся. 112-й долго не проживет, если я буду промахиваться. Борщ едет. Надо было стрелять вот сейчас. Ставлю на гуслю, но не успел подзарядиться. Ладно, там арта еще помогает. Успею, не успею. Непонятно. Зашел снаряд, не зашел. Но проверять своим хилым тельцем я чуть не решился. Я не знаю, не заметил, на какой пушке борщ. Если он на топовый, то я для него ваншотный. Но предыдущий выстрел зашел. Тут ИСУ светится. Один выстрел дал, второй не пойму. Дал, не дал. Неважно, короче. Ладно. Здесь стало скучно. Здесь меня стали обижать. Тем более КВ-5 подъехал, а в помощниках у меня только тайп. А арта может быть сведена куда угодно. Что делать? Надо попытаться с горочки поработать. Там арта светится, сушка. КВ-5 на арту нацелился. Но нет, арта моя. Раз. Два. Так. Кто-то на горке светился. Там тоже, видимо, арта была. Тут я смогу кого-нибудь просветить с балкончика. ИСУ не светится. Не видно. Счет 9-6. Вроде ведем и по танкам, и по ХП. Но я все никак не могу решиться, куда ехать. Пытаюсь найти себе место. Пытаюсь хоть в кого-нибудь пострелять. Потом думаю, ладно, хрен с ним. ИС-2 экранированный, там один остался. Надо попробовать его забрать. Он наверняка там уже далеко не фуловый. Значит, я смогу подъехать, принять от него один выстрел в худшем случае. И доберу. Еду, выцеливаю. Тут мне помогает борщ наш. А он там за камушком. Рельеф за кустами не видно, думаю. А, пофиг. Выезжаю, забрал. Даже бесплатно получилось. Суперхалка. Собака. Ладно, надо от него за домиками спрятаться. Во-первых, надо отсветиться. А потом проехать, постараться так, чтобы я у него в простреле не был. Где халка? Вот он, родимый. Дал ему на отмашку, но не попал. Заберут, не заберут его. А там ИСУ на меня уже перевелась. Ладно, хоть рельеф еще помогает, спасает. Я не уверен, что отсветился, точнее, я еще не отсветился, но думаю, попробую по ИСУшке стрельнуть. Раз, два. Отлично. Так, остались двое. Там где-то борщ. Он меня светить не должен. Далеко стоит. Где-то вот примерно тут. Ха-ха. Здорово. Воин. Так, надо сюда... Блин, я опять не решился. Вот в другой момент я бы съехал с этой горочки и заехал бы в корму к КВ-5. А тут что-то побоялся, постеснялся. Прячусь за кронами деревьев. КВ-5 едет. Выцеливаем сиську. Не пробил. Не пробил. 6. 6 очков. Спокойно перезаряжаюсь. Ищу, куда бы его выцелить. Но стрельнул просто наугад. Просто куда-то снаряд зарядился, в ту сторону стрельнул. Зашло. В итоге
всего лишь 2500 настрелял, но 1500 ассиста, 7 фрагов и мастер. Вот такой получился немножко растерянный и сумбурный мастер.